И всем привет, дорогие друзья. С вами я, Антон, вы на канале Dutch Play. Сегодня продолжаем Resident 7. Кончина Зои. Ух ты, блин, какой красавец. Как тебе рукопашную гасить, что ли, а? Дуралей. Так, дайте бутылочку. Давай, иди сюда. Я в колледже неплохо боксировал. Лошара. Ух ты, блядь. Как там тебя захватить, урод? Блядь, дайте что-нибудь, что-нибудь дайте. Нельзя взять, что ли? Да сдохни ты, а. Хочешь? Получай! Опа, захват. Нравится? Вот еще не все, походу. Ну, какой красавец, а. Чего ты там вякнул? Вот лох. Мама. Куда ж ты упадешь? Я тебе еще раз хочу так сломать. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Вот урод. Неплохо, приятель. Хера себе неплохо. Опа, опа, походу надо лечиться. Так, теперь его захват, походу, пошел. Вот урод, а. Давай, вставай, вставай, алкаш. Блядь. Походу лучше от тебя не отбегать, да? Так, восстановить здоровье. Опа, подзатыльник что, получил. Что, крутым стал, да? Ну падай, падай, давай. Погнали! Ну? Ломай ему башку. Вот так это делается. О, вообще оторвал нахер, а? Есть контакт. О, это откуда? Я иду, Зои. Это ты откуда у него с задницы вытащил? Так, что это было? Что это было? А, дверь отвалилась. О, другое дело. То я предыдущее видео записал, но вообще ни хера не видно ни мне, ни на ютубе, когда выложил. Вообще полный бред. Ну теперь ни хера себе. О, наконец-то я выбрался с этой посудины. Ну пойдем, пойдем. Ой, у меня тут кровь на лице осталась. Так, крокодилов нету? Кортика моего. Можно взять его? О! Он у меня он и был, оказывается, а я дурак его руками молил. Так, я хоть правильно иду? Нихера неправильно, не сюда. О, что-то тут было. Вот она, моя родная. Так, подожди, кортик спрячу. Зой, я принес лекарство. Это ты поправишься. Хрусталик мой. Ну это ж надо. Куда забрал, придурок? Зой! Да, интересно, как Зоя дышит под водой, каким местом. Черт. Что, черт, садимся в лодку, не? Ага. Где ты, родная? Так, вход в парк юрский период открытый. Куда они подевались? Да, вон он попер. Сейчас еще дверь закроется. Оставь мою семью в покое, мудак! Давай, пока дверь не закрыл.
Вот, бляха-муха, куда это вход был? В какое болото? Ах, ты у меня получишь. И чё, куда? Взял мой хрусталик, упер. Блять, хоть бы ружьё дали какое-то. Ну что это такое вообще нереальное с палкой? Проклятие. Все это место катится к чертям. Хера луна светит, как прожектор. Так, вот привал, то есть причал. Фу ты, блин. Он должен быть где-то впереди. Давай, давай, вылазь. Что за звуки? Так, ну давайте какую-нибудь пиявку мне опять. Или личинку. А что с ними делать вообще, с этими личинками? Наверное, лекарство. Так. Туалет. Нет, это запись. Так, лучше. А чё? Новое сохранение давайте. А то я вас знаю. Так, а ничего тут нету больше? Нету. Опа. Так, тихо, тихо. Господи, напугал, ты что, игрушечный, что ли? Что за херня какая-то? Вот, это уже настоящий. Детальки разные. На. Так, палочку назад отдай. Гад не отдает. Так, микроволновка. О, лангуст. Лангуст. Так, ну куда мы пришли? Тихо, тихо. Откуда ж вас тут столько взялось на этом сраном болоте, а? Иди сюда, зубастик. Так, как мне в тот дом пробраться? А вон там есть. Идем, идем. На. Прям гвоздь. Ух ты, ёб твою налево. Это что такое? Кто подо мной вынырнул? Да-да, я все понял. Тут надо поаккуратнее, оказывается, быть с ними. Походу, надо поменьше в воде быть. Что-то я боюсь, а. Пойду я краешком, наверное. Так, тут где-то эта падла вынырнула. Вот она. Ах, тебе, паскуда. Так, ну вас нахер, эти ваши ящики. Пошли быстрее нахер от этой речки. Вон он плавает. Урод. Не понял. Где калитка? Ну, я со страху убежал не туда, куда надо. Тук-тук. Так, что у нас есть? Да ни хера у нас нету. Монетки, блядь. Сраные. Уродец.
Почувствую, что-то здесь сейчас обломается. Твою мать, ты меня так не пугай. Давай быстрее наверх. Жопу откусит. Сейчас брендил. Или тут типа пройти нельзя. Или то я болван. А куда? Херово дело. Попробуем еще разочек. Да, походу здесь нельзя. Не могу еще быть таким невдалым. Так. Что мы имеем? Что за шум? Можно так аккуратненько, аккуратненько. Аккуратненько, аккуратненько так. Вот ты смотри. Значит, я не вдалый. Зараза, напугал. Чуть не обосрался. О! Не вставай, не вставай. Выломать, блядь. Нельзя было сделать просто открыть. Нет, надо выломать. Так, там у нас копья. Что у нас здесь? Да как так? Не говори, что надо заново крокодилов проходить. Слава богу. И чё? А он плавает. Зубастенький, блядь, чуть не упал. Твою... Ой. На. Лежать. Так, спокойно. Засыпай. Меня это гаденыш. На. Что надо, гад. Вот так. Это не легче сделать было, чтобы она открывалась, эта дверь. Так, здесь будет где-то гаденыш сейчас, который меня убил. Или здесь? Вот здесь. Паскуда. Я уже бездю тут ходить даже. О, он ходит. Выломай, говорит, дверь. А через дверь тебе можно? Нельзя. Прям в арбуз. Так, там еще один. Еще один паскудник лазит. Ку-ку. Сделай губки бантиком. Урод. Ой. Чё за звуки, чё за музыка? Ага.
пацаны, он идут. Не спеша. Расслабляющей походкой. Так, одному в башку попал, второму нет. А ты тут кого поджидаешь, урод? Давай туда, вниз. Зараза, кусок. На. А, чё-то херня. Ой, бля. Блядь, все свои копья просандалил за тебя. Да, бедные твои ручки. Так, дайте угадаю, тут запись. Этих куколок уже тут насобирал немерено. Нахрена они только нужны? Так, давайте мне еще что-нибудь. Раконожку. Пусто. Так, а что у нас там? Сейчас не нужно, да? Пум-пум. О, вообще шикарное место. Как раз точку. Дымок болотный, то есть этот газ болотный. Вообще шикарно. Говорили мне ничего с кладбища не брать. Это что за звуки? Ох, ни хрена, красавец. Старайтесь, жирный въебан. Въебан. А, блядь, еще кто-то. Ой, блядь. На тебя в пузо. Ладно, не хочет вздыхать, а? Наконец-то. Так, я надеюсь, ты все. Что за херня? Блядство. Сдох, еще успел шарахнуть меня. Так, церквушка. Сейчас помогу. В чем подвох? Русталик мой лежит, а это что за говнище там? Сейчас ли я или упаду, или получу пилюлей. Да нет. Это же чертова святотац! Ну так я и думал, а? Чего? Это брат его? Точно, брательник. Что за херня? Ты что творишь, урод? Черт побери, Джек! Брата родного не узнаешь! То он сам себя не узнает. Не смей! Не трогай ее! Джек! Выпусти меня, сука! Вы же семья! Ах ты, сука! Ты охуел, что ли? Джек, выпусти меня, блядь! Бля, он мне что, крокодилом кинул, что ли? Ёб твою мать! В натуре крокодилом кинул. Так, приплыли в очередной раз.
Хера у тебя вены, чувак, мечта наркомана. Проклятье. Эх, Джеки, что же с тобой стало? Опять кортики пропали мои. Ни хрена тут ящиков таких. О, это он меня в... Твою мать. Ух ты, тут лодочек столько. О, радио. Мэйдэй. Против Мэйдэй. Применено неизвестное биооружие. Голова Икера подвергается нападению. Должно быть, эта тварь и разгромила базу. Бля, я думал, то в радио вертолет, он здесь. Так, погнали. Вот ты где, сучара. Пора закругляться. Ну, что-то там интересное происходит. Так, я слышу, это сзади уже бегут. Ух ты, блядь. Ух ты, блядь! Да, я походу не выломаешь. Ой, блядь. Что делать? Куда бежать? Куда бегу? Так, пацаны, подождите, я тут что-то надыбал. Что еще за хрень? Их новая игрушка? Это танусовская рука, давай быстрее бери. Ох, все, я Супермен. Где? Дайте, как ей пользоваться? Устройство готово. Ёб твою. Сейчас посмотрим, что это за устройство. А ты чё? Я-то думал, круче будет. Ну чё, по ебальнику бьёт, Ну, пацаны, по одному. Жалко, лаптей таких не выдали. Вот сейчас точно выломаем. Заряжаю. Даже так. Заряжаю. Может, хоть это поможет отправить старину Джека на тот свет. Нихуя себе. Так, тут что за херня? И куда здесь твою налево? Ну и толку, что я сюда прибежал. Куда идти-то? Не понял прикола. Здесь нельзя пройти. Ага. Так, куда идем? Ой, знакомый домик, ёб твою. Ой-ой-ой, ну не гони, я вот эту херню не... Слава богу, она не работает. С этим прожектором, это какая-то... Так, музыка какая-то серьезная. Походу, сейчас будет битва. Кто где еще? Заряжаю. Ух ты, блядь, заряжаю. Заряжено. Заряжаю. Мама. Заряжаю. Заряжаю, он уже слег. Заряжено. Я сказал, вали с дороги! Понасрали здесь, а? Куда ты собрался? Да, крутая рука. Ничего не скажешь. Заряжаю. Заряжу. На тебе, блядь. Двери. О, давай, заряжай. давай. Заряжаю. Заряжаю. Ова. Круто. Так, ну давай сначала здесь посмотрим. Блин, ну не они-то вниз, что ли? Не хочу я вниз.
правда не хочу. Где злая музыка? Он где-то впереди. Да? Тут, как всегда, закрыто. Нет, открыто. Ой, товарищ обмочился. Я там кучу места пропустил. Может, мне сначала не сюда надо было, а туда? Блять. Боже, что тут произошло? Название продукта MG. Так, запишемся. Не, пацаны, ну... О, рука крутая, действительно, ребята. Так, пойдем в этот рукав зайдем, посмотрим, что там. Максим, потом вернусь туда. Хотя, я думаю, в доме вот уже увидишь, прошел. Джек, я заберу Зою отсюда. Да, молодец. Опять сидит, опять где-то подвох. Сейчас, Зой! Сейчас по голове мне как шарахнет. Эй, выходи ты, Джек. Джек. Зой! Очнись! Очнись! Она моя! Так ты закумарил. Хера он ее выкинул. Теперь ты просто бешеный пес. Пора прекратить твои мучения. Давай же! У меня теперь супер-пупер рука, урод. Давай, ебало свое. А ну, заряжай. Заряжаю. Заряжаю. Ну, походу, до сраки это зарядка. Дайте подлечиться. Сейчас рука замкнет, ты че? Заряжаю. Блять. Ну вот дерьмо льется, не дай бог. Заряжай. Вот урод, а. А ты не жульничаешь, нет? Заряжай. Походу жульничает. Рася, я лобстера сожрал по дороге. Неплохо. Блять, умирать даже не думаю. Заряжаю. Заряжаю. Да ты где делся, блять? Это то я не от него, походу, погиб, то я... Лобстера сожрал, а не, сороконожку сожрал, ведь меня, походу, травануло. Ой, бля, опять через этот рукав. Вот увидишь, Джек, я заберу Зои отсюда. Зои! Заранее. Так сделай наше. Зои! Очнись, очнись! Теперь ты просто бешеный пес. Пора прекратить твои мучения. Давай же! Как ты закумарил, а? Блин, что, тебе вообще увернуться нельзя, что ли? Дай сожрать таракашку. Неплохо. Ух ты, это я леща получила. Да. Ой, жалко, жалко, у меня мало времени. Я бы тебе сейчас бы пришил, урод. Просто мне уже надо идти. Ладно, ребята. Как-то так мы потихоньку проходим. Это дополнение как бы проходится за час с копейками, но
Я уже второе видео его не могу закончить. Ладно, всем пока, до нового видео. С вами был Антон, ставим лайки, всем пока.